Всем привет! 25 апреля 2021 года. Время 12:08. Нахожусь на перекрестке улицы Октябрьской и улицы Приборостроительной. Это дворец спорта. Какая ясная солнечная погода начинается. Совсем недавно шел снег и дул сильный ветер. Трехлистник. Улица Приборостроительная, вот те дома. Это магазин «Орел», так называемый. Много там сейчас магазинчиков. Так. Ну что тут, собственно, снять-то? Ремонтируется тротуар. Укладывается плитка. И это хорошо, если она будет уложена хорошо. Бордюры вот. Такие перемены. В принципе, да, тут дорожка была неважная совсем. Оно бы и остановочку не мешало бы обновить. Остановочка какая-то обветшавшая. Да тут вообще, знаете, жутковато на самом деле. Вот смотрите, завод приборов, окна выбиты, в цехах гуляет ветер, да? Как будто Детройт какой-то, а не Орел. Не центр Орла, как будто. Окраина Детройта. Как я ее себе представляю. Я там, правда, не был никогда, но смотрел документальный фильм. В общем, Детройт — это американский город был, где автомобилестроение было развито очень. И понастроили заводов, а потом как-то все это свернулось, и стоят вот такие дома брошенные, там корпуса производственные, ну, насколько я помню. Посмотрите, это кошмар какой-то, да? Но я думаю, это ненадолго, потому что вот растительность как-то вырубается, местность облагораживается. Ой, посмотрите, какая там жуть за окнами. Все такое обветшавшее, потолки обвалились, штукатурка поблупилась. Не, это кошмар. За это стоит взяться. Ну, нельзя же так. Вот вижу стены стеклоблоков, это хорошо, конечно. Но в каком все это состоянии? Посмотрите. Вот во что превратился завод приборов, стоящий в центре города за все эти постсоветские годы. Так что самое время, так сказать, реабилитироваться, все здесь благоустроить и что-нибудь полезное для города сделать из этого огромного комплекса зданий, помещений, цехов. Потому что видок какой-то совсем. Заброшка. Заброшка. Есть такая группа ВКонтакте, по-моему, «Орловская заброшка». Снимают заброшенные объекты. Не знаю, может, уже и не работает она. Биофабрику вот кто-то тоже, помню, снимал. Корпуса. Здесь утес. Вот что тут расположено, смотрите сами. Кофейня, кофемолка. Вот, орден Ленина. А это такой фонтанчик. Не работающий на автостоянке. Так, это улица Ломоносова. Улица Ломоносова.
перекресток с улицы Октябрьской. Да, изменения-то приличные готовятся. Благоустраивается тут все, территория. Ну, дай-то бог, дай-то бог. И там тоже. Да, хорошо. Город благоустраивается, деньги осваиваются. Улица Ломоносова, улица Октябрьская. И там выезд на Ерцинский мост. А, да, через улицу Горького. Улица Горького, трафик виднеется, движение. И далее... О, это улица 60 лет Октября, вспомнил. Вот оно что, это улица 60 лет Октября. А Ломоносова — это вот та улица. Угу. Ну хорошо. Улица 60 лет Октября, там перекресток с улицы Горького и далее Герценский мост. Вот такой небольшой ролик про обветшавший завод приборов. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий из Орла.